Вот оно, свершилось, свершилось, наконец-таки. Приветствую, друзья. Меня зовут Ирина Маркелова. Свершилось. Я вышла в суперкопилке на закольцовку 109 долларов в неделю. И я очень-очень этому рада. Мне теперь не надо в матричных проектах пахать днем и ночью и сажать себе зрение. Сажать себе спину, тратить свое время, когда у меня маленький ребеночек, которому нужно уделять внимание. Я теперь получаю пассивный доход в суперкопилке. В суперкопилке я с 24 октября 2019 года, чуть больше полугода. Нашему сообществу 13 мая исполнилось 7 лет. С днем рождения, суперкопилка! Желаю вам отличных партнеров. В наших планах охватить весь мир. С 2013 года я знала про суперкопилку, но почему-то сомневалась, да, я даже и не вникала в работу проекта. Спустя 7 лет об упущенном времени я очень сильно жалею до сих пор. Спустя 7 лет я начала разбираться во всех тонкостях работы суперкопилки и поняла, что механика проекта – это на долгие-долгие годы. На сегодняшний день моя структура насчитывает около 800 человек, и мне структура принесла уже около 1000 долларов партнерских денег. Это не считая денег, которые я получаю на пассивном доходе. А вот и мои партнеры. Моя структура лично приглашенных мною человек 206 партнеров. Всего партнеров в структуре ниже первого уровня 589. Смотрите, всего начислено с первого уровня 735 долларов. И всего начислено со структуры ниже первого уровня 253 доллара. То есть около 1000 долларов я получила только партнерских. Вот моя закольцовка. Каждую неделю я получаю по 109 долларов. Дальше мы наращиваем по 126, дальше больше, еще больше, по 150, по 180, по 200 и так далее, и так далее. И я уже запланировала себе цели на год вперед. Если вы еще сомневаетесь, как я тогда в 2013 году, если вы еще бегаете по каким-то проектам и ищете кнопку бабло, бегайте дальше. А я буду и дальше получать пассивный доход и приглашать партнеров, потому что мне это нравится. А еще здесь очень много акций, бонусов, флешмобов. И все это приносит еще больше и больше денег. Всем советую. А суперкопилку поздравляю еще раз с 7-летием. И думаю, что она проработает несколько десятков лет. На мою жизнь и жизнь моих детей хватит. Всем пока!